В Березово в преддверии 9 мая по праву великого, всенародного и самого главного праздника страны. В дошкольном учреждении детский сад «Кораблик» прошло специальное занятие, на котором маленьким воспитанникам группы «Пчелка» рассказали о патриотическом празднике, который уже 76-й год отмечает День Великой Победы. Когда-то много лет назад была очень страшная война, унесла много жизней, но наш советский народ отвоевал нашу землю. На занятии ребята узнали, почему этот праздник считается одним из главных праздников страны. Также они подготовили тематические рисунки и уже дома вместе с родителями выучили стихи. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют 100 солдат. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдат по его планете, великий май, победный май. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Первые всегда дня рассыпать, танет тут. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народу победу и вернувшим на мир и весну. Яна Бурим, Олег Оносов, АТВ «Березово».